Привет всем, друзья! Сегодня покажу и расскажу, как сделать ветряк своими руками, отпугиватель от кротов и птиц. Также он украсит и оживит ваш участок. У 5-литровой бутылки нужно вырезать две боковые части. Вырезанные части нужно сложить друг к другу и ножницами подровнять, чтобы они не отличались. В деревянном брусочке чуть дальше от центра нужно просверлить отверстие. Просверленный брусочек нужно положить на стол, чтобы отверстие было в горизонтальном положении. Вырезанные боковины от бутылки нужно прикрутить к брусочку, к самому дальнему краю от просверленного отверстия. Я прикручиваю на маленькие саморезы. Получился хвост у ветряка. Теперь на саморез нужно надеть шайбу. Саморез вставить в просверленное отверстие в брусочке. С другой стороны самореза тоже поставить шайбу. Теперь нужно вкрутить саморез в торцевую часть длинного бруска. Вкручивать нужно не до конца, оставив свободный ход. Теперь понадобятся лопасти. Я возьму и сломанного ненужного вентилятора. В центр пропеллера нужно установить саморез. С обратной стороны вентилятора нужно на саморез надеть две шайбы. Саморез вкрутить в торцевую часть верхнего брусочка. Немного перетянул, надо ослабить. Ветряк готов к работе! Кому видео понравилось, оцените лайком. Не забудьте подписаться.